Добрый день. 21 октября. Ясненько. 0 градусов. Александрия. Вход свободный. А в прошлый раз я платил 300 рублей за билетик. Новая ферма. Солнышко уже низкое, и деревья отбрасывают длинные тени. Пожелтевшие дубочки. Золотом на солнышке ясное небо. Красивые сосны. Лихардовская канавка. Холодный ветерок придает бодрости. Заборчик сада фермерского дворца. Пожелтевшие лиственницы, даже какие-то побелевшие, отливающие серебром. Дубы, липы,
впереди готическая капелла. Вот какая. Людей гуляет много, хорошая, ясная, красивая погода, суббота и свободный вход. Сад фермерского дворца. Вот такие скамеечки. Чугунная. Пожелтевшая лиственница, золотая осень. Как красиво. Игрушечное пожарное депо. Фермерский дворец.
березовые колонны. Березовый мостик. Вот как хорошо. Как красиво.
какая ванна. Чудесно. Как чудесно. И здесь на пьедесталах раскуальский мрамор. После раскиала я везде вижу раскиальский мрамор. Красота.
музей. Надо будет собраться сходить. Говорят, интересно. Ну, конечно, интересно. Вот какой фермерский дворец. А я его помню не так давно заброшенным. В таком же виде, как мы вот были на Михайловой даче. У меня и картина есть акварельная, знакомая, написала в 99-м году, заброшенный фермерский дворец с этими дубами. Вставляю эту картинку, картину точнее. Вот как отсюда красиво смотрится готическая капелла. Чудесно. Надгробный камень садовника Эрлера под пожелтевшими дубами. Как я говорил, он здесь похоронен не был. Камень принесли с Троицкого некрополя у залива, куда мы еще сходим. В саду игрушечное пожарное депо, а здесь игрушечная крепость. Вот здесь рисовала Света заброшенный фермерский дворец. И расположились
Художники. Как чудесно в золотую осень в Александрии. Повезло сегодня. Хоть достаточно и прохладно, начинает ругаться камера на аккумулятор. Положим ее в теплый карман. Как чудесно. Чудесно. О, какие пролетели ветра. Как наломало веток. Вот интересно, что. Экскурсия. А встретите ко мне матери. Красиво. Выходим к руинам, к руинному мосту. Ага, с моста уже убрали, цветочки тоже. Спотыкнулся. Какая красивая сегодня Александрия. И гуляет много людей.
Вот какая сосна. Иван Петрович, воспоминания которого мы читали на канале, говорил, что эту сосну посадил государь Николай I. Дворец-коттедж. Такие ажурные, чугунные, обвитые. Как чудесно, Александрия, осенью. На балкончике бюст Марии Федоровны. Мраморная Мадонна, фонтан. И смотровая площадка на Финский залив. Длинные тени от низкого осеннего солнышка. Залив. Красота.
Вот какая замечательная сегодня прогулочка получилась. Подписываемся, ставим лайк и пока-пока. Видишь, 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 видишь